Возможность отсрочки армии из-за учебы предлагают упразднить в Казахстане. Речь именно о тех вечных студентах, которые из раза в раз поступают, к примеру, в магистратуру, не переходя при этом на следующий уровень высшего образования. Законопроект в первом чтении рассмотрят в Мажилисе уже завтра. Депутаты объясняют, они не отвергают отсрочку от армии в принципе, но некоторые военнообязанные специально дотягивают с учебой до 27 лет, топчась при этом на одном месте. Поэтому, если все-таки хочется отдалить срок призыва, придется постараться, чтобы каждый раз поступать на уровень выше. Сегодня у нас в армии есть такая искусственная сегрегация, я это называю. То есть, когда у нас в армию на самом деле попадают ребята, условно, чьи родители не могут заплатить за несколько высших образований. Да? Когда у нас в армию или на воинские сборы попадают ребята, у которых там средние, маленькие заработные платы. То есть, в результате каких-то таких несправедливостей, да, у нас происходит отсев одних и вовлечение других. И это тоже влияет на климат внутри армии.